Все, вместе с Ураганом залетели в Bed Wars, показали нереальный киберспорт. Немедленно, просто быстро начинаем просмотр. Не забывайте лайки ставить. Ехала. Опа. Окей. Let's go. Здравствуйте. Добрый вечер. Как ваши дела, ФГДК? Рассказывайте. У меня все супер. Года не виделись. Чат там играл. Я, смотри. Я вот сейчас как бы, ну как всегда, я бегу так. И сразу устроюсь в середину. Потому что нам нужны алмазы, нам нужны эмеральды, нам нужно все. И мне кажется, или мы по диагонали? Я просто хочу свой взор поднимать. Я не смотрел. Смотрим. Оп. Да, мы по диагонали к середине, это плохо. А закрыться? Кровать. Закройте. Яй! Мне закрыть, дай 4, дай 2 золота. Да. Не, подожди, нам по факту алмазы нужны для улучшения, поэтому, типа, идем это, того, их сначала, а потом что-то другое, нам другое не надо пока что. Ладно, доски, я понял. Может, сразу эндерняк надо было, либо обсидиан, бетрог. Нормально, нет. Почему? Бетрог не добывается, потому что умник, что ли? Ты чё? Что? Добывается спокойно, там самое главное просто мод найти, типа, как его добывать и все. Я на самом деле... Уже челы? Да? Да. Бегу. Думал, в маске. А куда он делся? А, вон он прям на генераторе стоит. Джонни, ты сможешь, у меня одна секунда, я к тебе бегу. Все, алмазы, три алмаза несу. Лучший. Молодчина. Так, только теперь мне надо все нафармить, а я как бы гений. Так, апгрейд какой у нас есть? Печка, поехала. Блин. Печка. Быстрее ресурсы. О, фига гениально. Так, нам надо их путь сломать нахрен, как бы, чтобы они, ну, вообще, ну, забыли, что такое ходить. Это могу сейчас переломать туда-сюда, моменте, вот это, салам алейкум. Let's go. Сейчас извиняться будут еще. Фига, смотри, я тегнул. Видал, ты так можешь? Так это я сделал, ты сломал, у меня покруче было. Значит, тихо, не трогай спрей. Да ё-моё, да у меня спрей покруче был, пойдем покажу. Сейчас, подожди, я куплю хотя бы блоков или хоть что-нибудь. Так, вот так вот, всё. Чел идёт. Бегу. Джонни, давай, мочи его, мочи полностью, лучше. Так он без лута специально бежал. Показывай спрей. Я забыл поменять его. Пойдем. Стоп, final kill, у них кровати нет. Все, они сдохли, я последнего убил. Все, они типа последними типа бежали на нас. Фига гениально вообще. Окей, добывай тогда там все, я себе тут добуду. Я, короче, нам броню прокачиваю, да? Окей, давай. Все, let's go. Так, надо чуть еще заделать все. Так, застроить и 4 айрона стоит лестница. Зачем лестница нужна? О, эндерняк, сейчас эндерника принесу. Подожди, бегу. Кровать закрыть нахрен. I have 2 diamonds, этот. You can take this, окей? Okay? Yes, yeah, bro. Окей, okay, let's go. Вот так. Знаешь, что нужно сделать? Чего? Железный меч. Я взял, на эти каменные. Так, закинул. Камень идут? О, нет? А у меня нет. Железный есть просто уже. А, ну тогда в сундучок закинь, понадобится, наверное. Так, хорошо, и что можно еще взять? А вот я хрен его знаю, я настолько давно не играл, потому что я уже не помню. Я кирочку возьму на всякий случай. И ножницы. Все. Чел, у меня тут желтенький. Так куда ты пытаешься меня столкнуть? Мальчик. Нифига он там хорош. Выпало что-то? Не залагало. Прям конкретно я чуть не сдох. Не выпадало у него ничего? Нет, мне ничего не дали. Зеленой команды нет, все. Все, отлично. А, желтая жива. Ты алмазики оставил? Алмазы, да, я их не трогал. Там в сундуке. В сундуке, да. Все, пойдем. Так, а мне надо взять вот это, покачать. К нам простраиваться или нет, подожди? Не знаю. А, это рядом, короче, простроить. Это к розовым надо пойти. Они, в принципе, рядом с нами. А может вот к этим пойти, к желтым? Они у меня тут по диагональке, ну... как бы, они вообще не подозревают, то, что я на них пойду. Можно, но это немножко опасно. Нормально. Сейчас я, короче, план капкан сделаю, просто максимально и все. Все, я эндерником застроил как мог. Да. Все, максимально круто. Подожди, там вроде синий как раз желтых пушек, поэтому как бы под шумочек я могу зайти к ним на бал. Алмазики надо взять. Все, 4 алмаза, ебать! Это много? Я ускорил нас, и что еще дать нам? А больше ничего, пока остальное все будет сохранность. Я именно в сундук оставлю. Опа, желтых уничтожают потихонечку там. О, серый лоу. Охренеть. Упал? Я красный убил? Да. Они пинают, Да ты прыгнул, я думал, чел к нам пришел. Я сам испугался от этого сейчас. Давай, на розовых пойдем быстро, у нас шанс есть. Пойдем. Пойдем. Аккуратно. Блин, у меня лута, конечно, много, вообще опасно будет улететь вниз. У меня все плохо очень. На деревянный меч, деревянный. Возьми камень, там же был. Кирка, а она у меня скинула. Ты чего? С собой носил, я ж. Он не хочет. Сори, если что, говори мне информацию. Они понимают, да, то, что мы на них идем, один ушел, один остался. Нет, они тупые. Они не видели нас? Видят наш путь. Так, поехали. Пуши-пи. Пуши-пиг? Пушим-пи. Давай. Все. Блять, топора не взял. Блять, давай, я кошмарю. Меня убили. Сломал? Хорош. Да.
убили. Ну, все, ладно, все, держим. Сейчас оборону держим. Так, у нас остаются только две команды, три команды с учетом нас с кроватями. Поэтому нормально все, сейчас будем выживать. Так, я допушу их. Так, сундук открыл, все, братик. Братик. Не могу догнать. Да хрен с ним, отпусти, они сами как-то полетел! Сдохнут. Так, серый на них. А серый один остался, кстати, тоже. Ебать, сейчас даблкил будет. Так, у меня 4 алмаза есть. Полетел! Ебать, я кинул серого, он догнал розового и типа убил. На нахуй. Улетел! Многоходовочка чисто сейчас была. Так, нам домой нужно. Это опасно очень. А, это я не смогу сделать. Дай золото одно, пожалуйста. Ты у нас на базе? Не-не-не-не. А нужно назад вернуться, братик. Сейчас я приду. Что за братик, блядь? Алло, аниме стоит и мальчик. О, знаешь, что я сделаю? Я гениально сейчас сделаю. Я в эндерсундук все сложил, и все. И полетел. Братик, как твои дела, братик? Братик, а ты мне поможешь? Все, я сдох. И сейчас в этот, прикинь, в тайминг просто кровать ломает, нахуй я вниз лечу. Ебать вообще тема. Так, все, забираем приколы, апгрейдим до алмаз. Ну, алмазно это слишком дорого, конечно, дорого-богато. Так, подожди, а кого еще можно запушить? А подожди, а желтый у нас... А, сдохли. Да все, две команды, синий, красный. Я не знаю, кого кошмарить будут в первую очередь. Надеюсь, не нас. Ну, мы сейчас просто лутаемся. Давай вот с этого начнем, и нам надо вообще на середину эмеральдов залутать, потому что у нас ни одного эмеральда нет. У меня 2,5 стака этого. Ух, ё-моё. Строится. Полтора стака строится. Mm-hmm. Понял, хорошо. Ты за алмазиком разгонял? Я динамита много взял, вотер мне не нужен, мейдик мил какой-то, спонж, это мне не надо, все. 4 алмаза полетело. О, они пиздятся пока что. Так, я был без, который купил еще один случайно меч. Так, я майнер прокачал. Я нам это сделал. Зачарование на меч. Рокировочку. А я бегу убить людей. Не надо убивать людей. Ладно, не буду. Давай, пока не пиздится, пойдем быстренько запушим их. Ну я сейчас это, даймонды собираю, пока еще 4 штуки нашел. Где они вообще? Пока респы типа полутать и все. А, вон я вижу, один на базе синих. Он прям пушит их, пытается что-то сделать вот такое гениальное, но мне кажется, у него вряд ли что-то получится. Гениальное это, ну, не про него точно. Нам сейчас супер в крысу надо пойти. К эмеральдике. Так, он идет кровать их ломать. Знать бы, в какой скинул синего. Синюю кровать сейчас сломают. Все, красный, бегу. Синий один остался. Надо на красных надо бежать. Все, красные остались. Красные на респе, красные у себя на респе. Ну я вон вижу. А, у них, они у синих на респе. Давай, я убиваю. Кровать ты сломал, они блядь. Ты кровать сломал? Нет. А, понял. Так, сейчас надо фастом что-то взять. Так, короче, вот так вот. Ты держись там. У нас на базе немножко. Так, держусь. Сейчас я попробую что-то каждого сделать. Из них. Они у себя на базе стоят, я эмеральды пизжу пока. Понял. Я пойду к синим, короче, нам апгрейд сделаю. Окей. Так, а я пока возьму блоков, что есть. И надо что-то прокачать, я не знаю что. Так, если что, один к тиме зеленый. А, один у меня. Не допрыгнул, долбоёб! Так, апгрейд брони. Поехали. Лучше, молодчина чисто. Так, ты готовься, тебе сейчас, скорее всего, приедут в портике. Да, я им сейчас в рот накидаю. Давай. Кто тут ко мне? Давай. А где они вообще? Им, чтобы до нас попасть, тут забей, ну, типа, ну, им шастать очень долго. Сейчас. Ебать, чел, просто вообще не знаю. Кентик. Кент, это не я. Где они? Алло, все, сейчас стоит. Убиваем, давай. Все, лучше. Бля, меня трахают. Что, теперь они будут бегать. Бегу. Со всех ног все могут. Атрах! Нет, заткнись, Джонни, раньше времени. Все, отрахал. Ласт остался. Лучший. Ебать, чуть не сдох. А где этого ластового брать вообще? Я не знаю. Мне хил нужен срочно. Так, ну я бегу, в принципе, в какую сторону мне бежать? О, я буду спид. Я спид, гигончик. Я в лиге ночи в руках за точку. А, подожди, это ты бежишь? Да, это ты бежишь. Мы сейчас еще апгрейды себе ебанем. Прикинь, соло сейчас растащит просто. Ну это будет очень обидно, честно говоря. Или он спотыкнется, сейчас просто падает вниз, и мы выиграли. Вот это поинтереснее уже вариант событий. Да, нахуй я... Ладно, я нам этот штуку, короче, проапгрейдил. Штуку бакс? Да. Ресы. А что с ними теперь? Они быстрее. А, понял. Во, вижу. Или это ты? Ты да, чё? Вот я что-то и думал так-то, что он у нас на респе. Бля, будет. Я думал, ты нормально, на респе у нас стоишь. Нормально, сейчас все будет спокойно, его уничтожим. Где ты, собака? Вон, участок. Бежит к розовым. Розовым, это значит с той стороны. Бля, я просто уже думал, ты там, блядь, идишь. Прости, боже, не специально. Слука, подожди. Это ты его кинул? Да, очень плохо. Дал шотик. Я... Нормально. Но неаккуратно. Надо лук здесь купить. Давай я попробую со стороны обойти. Пойдем, нормально. А, я все, его пушу, эту сторону. Пушу. Ушпи. А, нет! Ты упал? Идиот, да. Бля, ну рога! Бля, какая я руина, это просто шок. Подожди, где он? Тихо. А, вижу. Ты давай, Джонни. Ну, блядь! Ну, блядь.
Ты на самом деле зря тогда, типа, ушел, блядь. По факту. My boys and girls, хотел бы рассказать про свой магазин flagshop.ru. Именно здесь вы найдете дешевые аккаунты Minecraft с гарантией. Есть много видов гарантий, много видов аккаунтов, а также есть специальные аккаунты для сервера Hypixel. На этих аккаунтах вы уже сможете найти определенный донат и играть на серверах не с самого начала, а уже прокачанный. Есть еще ссылочка в описании, а мы продолжаем. О, здравствуйте. Бля, ты в курсе, это новая карта крутая? Прям самая крутая? Да. Новая просто. Понял, хорошо, я тогда бегу сразу. Офига, здесь все рядом, кстати. Так, я жду дерево и застраиваю нам кровать. Я уже розовых кошмарить иду. Нам головы, это березовые идут. Бегу, 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 бегу. Чего ты там собрался, умник, нахуй? Я с тобой, с тобой, с тобой, Джонни, давай. Ебать, Килаура, нахуй, поехал. Охренеть, конечно. Розовые, розовые сейчас пойдут еще. Так, я фастом иду шелку покупать. Я березовую хуярить иду. Все, бронь прокачал хотя бы. Это минималочка. Все, сломал, березовых сломал. Бегут, 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 розовые. Вы березовый выкинул? Бля, Джонни, я умер. Меня бьют. Я умер, я умер, я умер, я умер, я возрождаюсь. О, нет, 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 нет. Пожалуйста, я успею, 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 успею. Блядь, ну залагало, нахуй. Залагало, блядь. Я их хуярил, бля, меня назад откинуло просто. Давай, давай, ураган. Все, я убил их, я убил. Все, мы сейчас умрем, блядь. У меня одно хп. Хилка тут продается вообще, блядь, нет. Они за мной идут. Сучильды вы ебаные. Так, они на нас прям конкретно идут. Ну, у меня 3 хп, у меня 3 хп. Пойдем, идем, пойдем, идем, пойдем, идем просто. Блядь, я не могу уже уходить. Я наверх иду. Джонни, все а сможет. Он ко мне просто идет уже, все. Понял. Да, смотри, смотри, как кошмар, это уебки, блядь. Да, все, я сдох. Одновременно мы сдох. Oh, hello, о, вот и, вот и зеленый мы теперь. О, зеленый, вообще отлично. Вот так вот, 30-48 у меня есть. Ладно, я так шибить на сегодня. Вот так вот один разочек сделаю. Все, я задачу свою выполню. Я предлагаю, знаешь, что сделать? Сразу пошли, 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 пошли. У меня блок в топе мало. Что за хуйня, ты невидимый, блядь, был. Ну это читы, читы, я сказал, я софтину скачал, но... Если что, как бы я желтые навожусь, ну как бы рукой. Так, давай я вот так вот сверху строюсь. Двоих, нет. Да, двоих разъебал. Нормально, давай, 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 побежали. Я крою, я крою, я крою, я крою. Все. Трахаем. Сзади. Главное, а ну, главное чтобы нашего не трахнули в это время. А так, все, он, я короче. Пошел к нам нарез. Все, хорошо. Найс. Лучшие 2 кило. Копилочку. Блядь! Блядь, да что это такое? Я сейчас рот буду трахать, где они, суки. Я, блядь, сейчас злой пиздец. На респе у нас, на респе, на респе, на респе. Сейчас, я злой пиздец. Убил нахрен. Я злой пиздец. Давай. Это все, вообще. Джонни, надо убивать, надо убивать, надо убивать таких вот как. Какой, как, кто это вот сломал нам? Синий, синий, синий. Синий. Это синий, березовый, синий. Березовый, да? Нет, именно синий. Вот прям синий, синий. Так, вот так вот. А что-то хотел уже все пожалеть, а все то. Я просто, у меня есть типа дорога до них. Бежит, ща... бежит, бежит этот синий ебучий. Сейчас мы их ебучи. Забей уже на нашу базу, пойдем сейчас потихонечку. Так, сейчас подожди. И синим кровать сломал. Хорош, давай, 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 давай. Я бегу, я бегу. Ты сломал им? Да, 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 сломал, все, у них одно хп. Все. Лучший. Где есть кровать у них? Есть кровать. Нет, я сломал. Как ты сломал? Есть. Я же видел. Ебать, я идиот. Все, теперь нет. Ураган, я соло. Джонни, я в тебя верю, давай, молодец. Он скинулся, все, ты выиграл этот файт. Че стоит, Кен? Красные остались, но красных пушат. Только как хреново. Блять! Так, все, он убил его. Плохой день, плохой день, плохой день. Фига, красный заряженный, это просто шок. Так, у меня... Блять! Так, это аквамариновый. Так, ты у аквамариновых? А. Одного выкинул, все, убил. Лучше, к тебе черный идет. Угу. Он надо купить. За тобой не бежит. Сзади, 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 сзади еще один Кент бежит. Остановился на середине. Синий, бля, синий там, я понял. На респе, да. У него сейчас скажу, что, у него каменный меч, 24 хп. Эмеральд забрал. Все. Умница! Так, мне кажется, как бы с говном другой Кент тут играет, как бы, конкретно. Так, аквамариновый у себя на респе, у них кровать... у них кровати нет. Что за бред? Только у белых есть кровати, все. Не, у красных тоже. А, ну и красных, да. Ну давай, ты вытащишь эту всю, как бы, штуку, я в тебя верю максимально. У тебя только по соседнему спавну есть этот, как он называется, Кент, и все. Я в алмазке. Он... Чего? Вон он так, передо мной. Прокачивает у себя. Бля, зря, наверное, не лезу. Все, упал. Так, лучший. Это тебе вперед направо. И те блоки нужны, чтобы построиться наверх. Так, беги, я чисто твой навигатор. Они вдвоем на респе. У них кровать застроена максимально плохо. То есть один блок сломаешь, все, ты выиграл. Один убегает. Подожди, стой, не лезь пока что. А где ты вообще? Я на спавне у этих. А, понял. Так, смотри, тебе на вот этот мост сейчас идет один белый. Встань на шип, чтобы он тебя не видел. Один у них убежал на другую респу. Тебе строится. Сейчас спрыгнет. Базели увидит меня. Прыгнул. Что он делает? Он прыгает. Он хочет с крыши. Упал? Бля, надо было его поймать. Это гений, который строит. У него 10 хп, он сейчас опять... Стой, 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 стой! Падает, падает! Убивай, 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 убивай!
Еще дурак. Давай, у них на респе никого нет. Кровать просто один блок сломать. Он с говном каким-то появляется. По факту 5 секунд тебе убить его. Он с говном играет. Так, бежит, 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 бежит на твою сторону. Я вижу его. Хорошо. 10. Кент его не идет. Ломаешь один блок. Умница. А возродится он, по-моему, да? А у них хилка. Да, тут. Он должен. Да-да-да, возродился. Не хилка, блядь. 0 хп! Какой ты молодец! Молодец! Так, Вайт уничтожен, остался один Грейгей и... Кто? И синий один, все. У вас 2 человека осталось против тебя. Бля, мне просто, понимаешь, в чем дело? Мне хил сейчас нужен жесткий. А где его брать? Надо этот, алмазы и пул. А, 5 алмазов мне, я пул могу сделать. Да, in your base. А, это один вообще, блядь. Это билтук какой-то, он на розовой базе. Это через 2 от тебя. Бежит по даймондам? Нет, не бежит. Вендер-сундук зашел, понял. У него так, типа, соу-соу. Железка. У меня там всякие тентишки и так далее, хуйню надо купить, короче. Давай, типа, закупайся, пока я слежу за тобой, а как камера стою на твоей респой. Так, давай трапу я сделаю. Пусть будет, короче, вот. Подожди, это не наша респа, если что. Это наша. А, нет, да, нет. Это желтая. Зеленая справа наша. Ладно, трапу мы, короче, панинг фатик. Бля, ну я в алмазке, нормально. Так, ты против одного синего остался. Он на середине. И Грей, Грей еще. В смысле, да. В смысле, только что. А, файнал ки. Что за, блядь? Ладно, рот закрыл. Бежи в твою сторону, ушел. Золото-золото. Сколько стоит сейчас? Душа не знаю. Куплю. Он на середине ныкается. Думаю, то, что ты к нему пойдешь. Выслеживай тебя полностью. Почему я тебя ударить не могу, тварина? Меня? Ну зачем? Да, да. На середине вот, он? Сейчас один удар, нет. Вижу, 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 вижу. На шифте. Мне кажется, это какой-то кент тиктокер. Снизу, снизу остался еще жив. Попал? Он упал. Ебать! Ебать! Это просто шок. Молодчина. Ебать. Спасибо огромное за то, что посмотрели этот ролик. Если вы хотите больше Бой Дворца, обязательно ставьте лайк под этим видосом. С вами был Флэкджи Кей Ураган. Всем удачи, всем пока.